Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Съемки нового абхазского сериала проходят в Сухуми. Сериал «Независимый» — это комедийная история сотрудника МЧС. Весь Русдрам на сайте. В арт-фойе Государственного русского театра драмы имени Искандера состоялась презентация нового сайта. Помогать зоозащитникам в Абхазии пока никто не намерен. Пресс-конференция руководителя благотворительного фонда «Багира» Саиды Оторба. Участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода подтвердил президент Абхазии. Стало известно, что празднование посетит и Аслан Джани. Такое заявление сделал министр культуры республики Гудис Агарба, который находится с рабочим визитом в Нижнем Новгороде. В Нижегородском Кремле иностранный гость встретился с руководством города и области, договорились о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере культуры. Это будут, например, выездные выступления творческих коллективов и театров. Что же касается зарубежных гостей, то свои визиты в Нижегородскую область уже подтвердили делегации Бразилии, Чехии, Боснии, Герцеговины и другие, всего 20 стран. Ну а Аслан Джани вместе с официальным письмом прислал и пару личных просьб касательно программы своего визита. Президент Абхазии очень хочет посетить четвертую дело Богородицы, наш знаменитый Дивеевский монастырь. Мы обязательно включим это в программу. Среди пожеланий по его здесь визиту – это встреча с предпринимателями, которые здесь работают на территории Нижегородской области. Уже договорились об участии абхазских коллективов в мероприятиях по празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода. Нижний Новгород – многонациональный город, и, конечно, и туристам, и жителям будет приятно, полезно увидеть творчество других национальностей, других культур. В рамках этого визита мы планируем встречи на разных площадках, как то Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, торгово-промышленная палата. Надеюсь, что это позволит нам дать вот импульс развитию именно делового сотрудничества. Обсудили перспективу нашего сотрудничества в области культуры, обмен нашими коллективами. Также мы обсудили вопрос участия на юбилейных мероприятиях наших коллективов с республики. Это будут государственные коллективы, песни и танцы в республике Абхазия. 28 апреля в Москве вице-премьер, министр экономики Кристина Асган встретилась с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым. Стороны обсудили ряд вопросов межведомственного взаимодействия по линии реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, вопросы энергетики, гармонизации и совершенствования инвестиционного законодательства республики. В развитии темы возобновления авиасообщения с Абхазией Асган также встретилась с потенциальным инвестором. В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта. Делегация города Чебоксары посетит столицу Абхазии в конце сентября. Об этом написал глава города Олег Картунов на своей странице в Инстаграм. В начале апреля текущего года наш город посетила делегация города Сухум Республики Абхазия. Итогом посещения стало подписание соглашения об установлении отношений побратимства между Чебоксарами и городом Сухум. Недавно мы получили ответное приглашение от главы администрации города Сухум Беслана Эшба. На сегодняшнем президиуме обсудили с коллегами данное приглашение. Планируем посетить столицу Республики Абхазия в конце сентября. Уверен, что подобный обмен опытом и успешными практиками с городами-братьями станет доброй традицией, которая откроет новые перспективы для дальнейшего развития наших городов, написал Картунов. Соглашение о побратимских отношениях между Сухумом и столицей Чувашской Республики было подписано 6 апреля. Тридцатого апреля в Сочи состоится встреча министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнаке и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой. Как сообщает пресс-служба Минздрава, на встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через абхазо-российскую границу в период туристического сезона, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки кадров на базе Ставропольского противочумного института
института для работы в двух новых ПЦР-лабораториях – в Гагре и Ачимчире. Томас Цахнаке и Анна Попова также обсудят проект соглашения между Минздравом Абхазии и Роспотребнадзором и другие вопросы двустороннего сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории двух государств. Согласно сообщению оперативного штаба, за 27 апреля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 355 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 14 408 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 479 человек. Прием граждан, подающих документы для обмена российского заграничного паспорта, будет осуществляться в течение одного дня 1 мая в администрации Тпарчала, рассказала «Спутник» начальник консультационного пункта по оформлению загранпаспортов и гражданства России при Кабмине Абхазии Фаина Герман. Прием граждан будет проходить в здании администрации Тпарчалского района с 10.00. При себе необходимо иметь заграничный паспорт гражданина России, паспорт гражданина Абхазии с действующей пропиской, внутренний паспорт гражданина России при его наличии, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака для женщин, 4 цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 на плотной матовой бумаге. Выездные пункты приема документов при администрациях в районах Абхазии работали и раньше. Однако в связи с пандемией на некоторое время пришлось приостановить эту деятельность. Верховный суд Абхазии продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в убийстве Астамура Шамба, Алхаса Авицба и Доминики Акертава Беслана Бганба на 14 суток до 22 мая. Об этом сообщает «Спутник Абхазия». Подозреваемый в тройном убийстве на набережной Сухума Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Республики совместно с МВД 8 мая 2020 года в селе Губ Ачимчирского района. Он был объявлен в розыск Генеральной прокуратурой страны по подозрению в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. В отношении остальных обвиняемых Аслана Блабба, Эрика Чкадуа и Дату Ахалая также действует мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Еще один обвиняемый Димур Ахалая останется под стражей до 15 мая. Напомним, убийство Астамура Шамба и Алхаса Авицба, а также официантки столичного ресторана Доминики Акертава произошло 22 ноября 2019 года. 27 апреля по материалам проверки, проведенной Управлением Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Республики, прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере в отношении бывшего главного бухгалтера Управления образования администрации города Сухум Джалиты Чайния, сообщает сайт Генпрокуратуры. Материалами уголовного дела установлено, что, цитата, «с 23 января 2017 года по 17 мая 2019 Джалита Чайния, являясь главным бухгалтером Управления образования администрации города Сухум, осуществляя составление недостоверной бухгалтерской отчетности путем начисления заработной платы сотрудникам Управления образования и подведомственным указанному административному органу учреждениям после освобождения вышеуказанных сотрудников от занимаемых должностей, а также неправомерное зачисление денежных средств на зарплатные карты сотрудников сверхразмеров, начисленных в соответствии с расчетно-платежными ведомостями по начислению заработной платы, имея доступ к зарплатным картам сотрудников указанного административного органа, умышленно путем присвоения денежных средств посредством их обналичивания за обозначенный период времени, похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 436 тысяч 14 рублей. Вверенных администрации города Сухум для финансирования управления образования, которое использовало по своему усмотрению, чем причинило администрации города Сухум материальный ущерб в особо крупном размере. Конец цитаты. В связи с истечением срока полномочий прокурора Сухумского района, старшего советника юстиции Алиаса Тания, приказом генерального прокурора 26 апреля он освобожден от занимаемой должности прокурора Сухумского района и зачислен в распоряжение Генпрокуратуры с 27 апреля, сообщает сайт Генпрокуратуры.
Приказом генпрокурора 28 апреля старший советник юстиции Сима Квициния назначена на должность прокурора Сухумского района. Ранее она занимала должность заместителя прокурора Сухумского района. Также приказом генпрокурора 28 апреля юрист первого класса Инал Читанава назначен на должность заместителя прокурора Сухумского района. На пресс-конференции в «Спутник» участники экспедиции абхазских археологов «Тайны Великой Абхазской стены» рассказали об итогах археологических раскопок. Исследовательская экспедиция началась в июле 2019 года. Репортаж с пресс-конференции в нашем эфире 29 апреля. Новости культуры. Съемки нового абхазского сериала проходят в Сухуми. Сериал «Независимый» — это комедийная история сотрудника МЧС, чьи личные интересы однажды вступают в конфликт с интересами государства. Продюсер и исполнитель главной роли Тимур Астания, главный режиссер Тимур Квискири. Сериал выйдет на российском видеосервисе «Старт» ориентировочно в конце лета. Подробнее Надежда Боровикова. Не смотреть в камеру, а надо смотреть вот туда. После первого дубля Тимур Таня дает наставление актерам массовки. В сериале «Независимый», который снимают в Абхазии в эти дни, он и продюсер, и исполнитель главной роли. Первый абхазский комедийный сериал расскажет о приключениях сотрудника МЧС, который вступает в конфликт с государством. Это история обычного человека, да, который... Так сложилось все, да, который столкнулся с несправедливостью, так скажем, да, исходящей от власти. Да. Это не столько про политику, это просто про людей, потому что там тоже люди, да, во власти сидят. И, естественно, мир вокруг него. То есть это его семья, это его друзья, это наша Абхазия, наш менталитет, какие мы, почему мы плохие, почему мы хорошие. То есть это такой поиск некий, да, мы сами разбираемся во всем этом. Сериал «Независимый» будет состоять из 10 серий. Первые 4 из них уже написаны, первые 2 снимаются. Проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой «Старт». Сцена 40, кадр 2, дубль 1. И на счет 3. Раз, два, три. Это все будет транслироваться на площадке «Старт». Это компания Yellow Black and White и основатели, в принципе, этой площадки. Им сценарий понравился, в принципе, они финансируют. Но, естественно, не без участия наших всех местных. Вот у нас и Министерство чрезвычайных ситуаций поддерживает, и МВД, и СГБ, и, ну, все силовые службы, Министерство обороны, помимо этого, там, и в общем, практически вся Абхазия нам помогает в этом. Поэтому того финансирования, которое они нам дают, его бы крайне не хватило бы, если бы не поддержка самой страны, самой республики. Съемочная группа процентов на 70 состоит из жителей Абхазии. Привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников. Российский актер кино и телевидения Ашот Кищан иностранцем не считается, потому что он тоже родом из Абхазии. Вообще давно мечтал наконец-то заняться любимым делом. Меня вот с первого собеседования приняли в МЧС Абхазии. Сейчас я работаю. Вот, очень приятно. Прям всю жизнь мечтал, честно говоря, дома поработать в службе вот такой полезной. Долго вы к этому. Да. На самом деле, вот просто ты ему позвонил. Мы планировали, я уже планировал там на Пасху туда-сюда приехать домой в Гагру. Билеты взял. И потом мне ты ему говорит: а что так и так, я на тебя рассчитываю, как, что, где. Вот так, и вот он мне о самом проекте я ранее знал, что готовит. И вот потом позвонил так и так, ты утвержден туда-сюда, там уже пробу отправил. Очень быстро это произошло, я говорю: вот, приятно. И, соответственно, даже уже билеты были куплены, поменял билеты и приехал, собственно, уже в третья смена моя, снимаемся в замечательном проекте. Возле Абхазского государственного драматического театра снимают сцену митинга. По сюжету друзья главного героя протестуют у здания правительства, а он приезжает, чтобы не допустить столкновения. Съемочным процессом руководит режиссер Тимур Квискири. За качество кадра отвечает оператор Джану Цурцумия. По поводу команды вообще хотел бы очень многое сказать, потому что вот для меня большая находка. Ну как находка, вот наш оператор, да, ну вообще неправильно было бы начинать с оператора, с режиссера, Тимур Квискири. Мега талантливый человек, и слава богу, что он у меня есть 98-го года, скажем.
Вот, ну, Тимура все знают уже в Абхазии, там и его картину знают, его, ну, Джану Цурцумя, это оператор. Я работал немало где и видел, сталкивался с многими операторами. Несмотря на то, что у него малый опыт именно в такой сфере, достаточно, ну, можно сказать, профессионал с большой буквы. Съемки первых двух серий продлятся до 10 мая. Затем монтаж, утверждение следующих серий и опять съемки. Дата релиза пока неизвестна, но ориентировочно сериал будет готов к концу лета. Надежда Боровикова, Турни Камичпа, Абаза ТВ. Весь Русдрам на сайте. В арт-фойе Государственного русского театра драмы имени Искандера состоялась презентация нового сайта культурного учреждения. Обновленная версия запущена уже сейчас и сделана исключительно для удобства пользователей. О технических улучшениях и о планах самого театра в репортаже Виолы Барганджи. Сайт театра Искандера работает уже на протяжении 6 лет и предназначен не только для получения информации, но и приобретения билетов в режиме онлайн. Несмотря на уже существующие удобства, с сегодняшнего дня сайт театра представлен в обновленном варианте, над которым работала IT-студия АСАР под руководством Инара Сацба. Афиша спектакля представляет себя следующую страницу. Да, можно обратить внимание, что есть быстрая сортировка, так сказать, по быстрым фильтрам. Можно выбирать несколько, естественно, да, и, да, несколько жанров, выбирать месяц, да, чтобы было быстро и легко переходить по спектаклям. Например, мы можем выбрать «Буратино». Да, здесь можно получить подробную информацию о самом спектакле, о том, кто является режиссером, художником-постановщиком, тип зала, который используется в данном конкретном спектакле, его продолжительность и ближайшее исполнение. Также билеты, вот указано, начинаются от 400 рублей. Можно посмотреть на действующих лиц, да, их полистать можно. Краткая информация о спектакле, собственно, пресса. Вот. Здесь давайте я предлагаю перейти в раздел «Покупки билетов», чтобы мы вот самое интересное посмотрели. Во-первых, доступна возможность выбрать дату ближайшую, но здесь она только одна, поэтому будем на ее примере рассматривать. Собственно говоря, вот наши билеты, да, то есть наши места. Мы можем выбрать любое из этих мест и, собственно, произвести покупку. Но для этого нам необходимо пройти, в первую очередь, авторизацию, так как билеты должны прийти на чье-то имя. Я вот предлагаю, можно зарегистрироваться, да, естественно, а можно просто зайти под логином, паролем, ну, или авторизоваться через Facebook. Популярная на данный момент возможность. Покупка билетов в личном кабинете возможна разными способами. Через карту АПРА с помощью электронного кошелька Mobile, а также другими российскими картами. Все это теперь представлено в новом дизайне с возможностью просмотра всех своих заказов. Помимо этого, у сайта изменился и раздел новостей. Информация про актеров с их биографией и упоминанием в задействованных спектаклях. Появились разделы документы, а также медиа. В разделе новости у нас интересный такой вот дизайн. Выполнен в стиле таких асимметричных плашек. Да, мы можем выбрать какую-нибудь интересную, допустим, новость и почитать, да, знакомиться с тем, что происходит нынче в театре, какие события интересные. Всем этим можно поделиться, конечно же. Вот. И вот, допустим, почитаем про «Солярис». Да, здесь, я думаю, будет много чего интересного у нас. Да? То есть можно также обратить внимание, что упоминания в прессе, которые существуют, да, можно по ним также пройти и почитать и ознакомиться. Вот, да, предлагаю пройти, допустим, по актерам. Здесь можно почитать подробную информацию о актере, вот его биография и те спектакли, которых он играет в ближайшее время. Это достаточно удобный функционал, который позволяет быстренько, да, пройти, купить билет на любимого актера. Обновленная версия сайта, несмотря на свою функциональность, все еще находится в процессе доработки. Инар Сазба отметил, что в ближайшее время на сайте будут добавлены новые разделы. Касательно ближайших планов, есть необходимость в расширении функционала, добавлении проектов, или, так сказать, даже правильно может быть, возвращение проектов. Вот. И интересные возможности связаны с так называемым PVA, то есть это технические улучшения, которые позволяют
сайту показывать хорошую производительность. Также наши тесты показали, что сайт, даже несмотря, если вы находитесь в Москве и забиваете в Google или в Яндекс Русдрам, то есть он выходит нам на первом, на втором месте. То есть это касательно его доступности. После презентации нового сайта «Искандера» генеральный директор Русдрама Ираклий Хинба также поделился планами театра, рассказал о новом режиме работы, который позволен с 15 февраля, сразу после снятия ограничений, сыграть 48 спектаклей. Я всегда говорю нашему коллективу о том, что мы создаем историю. Это не то, что здесь не вопрос, насколько скромно или не скромно об этом говорить, это факты. Мы как бы оперируем фактами. И вот 48, значит, спектаклей мы сыграли. Мы выпустили 3 премьерных спектакля. Мы выпустили... вообще, в принципе, у нас сегодня в текущем репертуаре 22 названия. Это те спектакли, которые мы играем регулярно. Это труд круглосуточный, без выходных. Иначе не получится. Тогда мы будем, как все, да, вот прохлаждаться и там раз в месяц играть спектакль. Ну, это... бессмысленно, тогда не нужно этой профессией заниматься вообще. Это просто трата времени. Мы решили пойти сделать такой эксперимент. В мае сыграть 10 дней, играть 10 дней подряд наши спектакли. В какой-то из дней будет даже 2 показа спектакля. Это вот тоже впервые, такое никогда не было, чтобы 10 дней подряд шли спектакли в каком-нибудь театре в Абхазии. Посмотрим. Надеюсь, это у нас получится. Будут продажи, будут зрители. Вот мы начинаем 1 мая спектаклем «Радость вопреки всему» и 10 мая играем «Клинический случай». За 4 года Русдрам выпустил 30 новых спектаклей и сыграл 475 репертуарных. Из-за достаточно объемной работы, как отмечает Ираклий Хинба, сегодня театр нуждается в новых талантливых артистах. В связи с этим, как объявил Хинба, в 2022 году в Абхазии будут набраны 15 абитуриентов для дальнейшего их обучения в Высшем театральном училище имени Щепкина в городе Москва. Обучение станет бесплатным, и по завершению выпускники будут зачислены в ряды Русдрама. Для нашего театра, для тех задач, которые мы ставим перед собой, численность нашей труппы совершенно недостаточна. И буквально вот последний месяц вместе с Россотрудничеством, вместе с Министерством культуры России, мы вот эти, естественно, театральным институтом или высшим театральным училищем, институтом имени Щепкина, мы пришли к тому, что действительно в 2022 году такой курс будет набран. Это будет 15 человек. Естественно, из них останется к концу обучения неизвестно сколько, потому что там достаточно жесткая такая система обучения, и многих отчисляют. Но это будет совершенно бесплатно для тех, кто поступит, совершенно бесплатно. Отбор мы будем производить здесь, в декабре нынешнего года. Приедет комиссия из театрального института имени Щепкина. И в нашем театре вместе с нами будет произведен отбор тех ребят, которые будут зачислены в этот престижный театральный вуз. Также Ираклий Хинба отметил, что в середине июня в Русдраме состоится режиссерская лаборатория по произведениям Фазиля Искандера. Мы вот несколько лет назад провели подобную лабораторию. Из нее родился спектакль «Электро», который по сегодняшний день с успехом идет в нашем театре и приглашается на престижные фестивали. В этом году я надеюсь, что государство этот проект поддержит, потому что он должен реализовываться в рамках фестиваля «Искандера», «Стоянка человека». Если не поддержит, мы сами этот проект реализуем. Он в любом случае будет реализован. Будут приглашены 4 ярких молодых режиссера. 2 выпускника ГИТИСа, 1 выпускник «Щуки» и 1 выпускник школы-студии МХАТ. 4 режиссера, которые в течение нескольких дней с нашими артистами сделают 4 эскиза спектаклей по
В основном речь будет идти о романе Сандро Висчигема. Вот будет 4 вот таких эскиза, которые затем, один из эскизов будет выбран для постановки в 2022 году. Насыщенная программа на лето Русдрама продолжится и участием в международных фестивалях. 13 мая на Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии театр «Искандера» представит спектакль «Кровавая свадьба». 30 мая на престижном фестивале «Радуга» в Санкт-Петербурге актеры исполнят «Электру», а 11 июля в Сочи – «Кёрдинские перепалки». Кроме того, в этом году театр представит 2 большие премьеры – постановку «Иисус Христос. Суперзвезда на двух языках» и спектакль «100 лет одиночества». Виола Барганджа, Сысрыква Гухава, Абаза ТВ. На Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации APEIPSH21. В течение года в эфире будут транслироваться более 50 видеоклипов на стихи абхазских поэтов, включенных в учебную программу по абхазской литературе с 5 по 11 классы. Стихи читают актеры абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Сегодня произведение Михи Лакарба «Абахтач» читает Тымраз Чамагуа. Миха Лакарба, Абахтач. Изури исхюри амчида, Адуныш тита апанруб, Агурихи расал худоб амажда, Сбахтача снагилащцоб. Сыкулача апан ейгургойт, Амшап я пылойт хара, Амта ялачу ейчарбойт, Выграда сыдзи цара. Асабей кыказык хазейвш, Сымалас чуас татов, Изури исхюри ахоша, Сбахтача снаги лащцов. Псызхолге, псызхамге рукпхо, Амразыг хзюхен ишейт, Чывцыла шарагге сатамхо, Амраду сейсапхайт. Шхан, шымпсраги ждрозыр, Шчухош кадрис зажга, Адунышимал ишимамзыр, Саушиж лашарах сверба, чоуха жидгулы сырхмырб, санал снейп сижжав, уважитка саавит ханрахан, эс сахима ассап. Изури ис хюри амчида, адунейш тита апанров, агургера салхдо памажда, сбахтаж яснаги лащцов. Национальная библиотека Республики имени Ивана Папаскер провела уже традиционную акцию «Библионочь-2021» через книги к звездам. Программа мероприятия включает несколько площадок в связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции. «Библионочь-2021» прошла менее масштабно, нежели в предыдущие годы, и при соблюдении всех необходимых защитных мер. Репортаж Астанды Отерба об этом мероприятии смотрите в нашей традиционной рубрике «Амш Ахтес» после выпуска новостей. Помогать зоозащитникам в Абхазии пока никто не намерен. В Ассоциации работников СМИ Республики состоялась пресс-конференция руководителя благотворительного фонда «Багира» Саиды Отерба. Она рассказала о проблемах бездомных животных в Абхазии. Слово Мариане Котовой. В 2016 году зоозащитники города Гагра объединились и занялись спасением бродячих животных. Но спустя некоторое время поняли, что без приюта их работа бессмысленна. В 2018 году энтузиасты начали строительство приюта. Сегодня сотни собак обрели свой дом благодаря работе волонтеров. Однако спасение очередного животного в Багире до сих пор большая проблема. В первую очередь не хватает рабочих рук. На самом деле это очень дорогое удовольствие. Но если, грубо говоря, вот сейчас мы... Арифметика простая. 300 собак. Их прокормить, если 70 килограмм в день. Это в день уходит. Штата у нас нет. Это сейчас я отсюда помчусь в приют, в
приюте находится только мой супруг. Изначально это была тоже очень большая проблема. Теперь, слава богу, он стал собачником. И штата у нас нет. Это очень тяжело. Это покормить, убрать вольеры, ежедневно налить воду, выгулять, если их не будешь выгуливать, то они меняют характер свой, они начинают огрызаться, они злятся. Даже за приличную по меркам Абхазии зарплату приют не может найти работников в пределах республики. Мы ищем работников. У нас появились, к счастью, друзья в Сочи, которые готовы оплатить. 30 тысяч мы предлагаем в месяц. Мы не можем найти работу. И опять-таки... Собак волонтеры благотворительного фонда отлавливают, лечат, стерилизуют, а затем пристраивают в семьи. Каждая стерилизованная собака получает бирку и отправляется жить на улицу. В так называемые естественные условия. Освобождая в приюте место для очередного питомца. У нас те, кто с бирочкой, они все выставлены на сайт. Часть мы забираем. Часть мы уже знаем, что они хотя бы пока не будут размножаться, mm-hmm. они на улице. И выпускаем, да, выпускаем в среду обитания, но на сайте пристройства первыми стоят у нас они. И вот у нас сейчас на улице собака, как раз под номером 028, она будет уезжать в Удмуртию у нас. Стерилизуют собак Багира за свой счет. В Гагре эта процедура обходится в 2500 рублей. Бесплатной стерилизации, по словам Саида Утурба, нет. А ведь кроме этого, животных нужно прививать. И это тоже стоит денег. Здесь самая дешевая вакцина стоит 600 рублей. Самая дорогая стоит 1200. Нам чаще приходится покупать дорогую, потому что у нас очень много собак уезжает в Европу на постоянное место жительства. И советская вакцина, если ты вакцинируешь собаку, самолет ее не пропускают. Международные организации также поддерживают благотворительный фонд Багира. Как рассказывает Саида Утурба, в рамках большого проекта CSSP предоставила фонду шестиместный автомобиль, на который у них большие планы. CSP писали, да. И это машина, которая в дальнейшем мы планируем на ней как раз-таки попросить. У нас есть друзья-врачи, которые летом собираются приехать к нам из России. И на этой машине поехать по деревням, чтобы помочь нашему народу простерилизовать. На вопрос о том, как могло бы помочь государство фонду Багира, Саида Утурба отвечает: строительством государственного приюта для бездомных животных. Если был бы один приют, хотя бы один государственный, то мы тоже помогали бы. У нас небольшой приют там. У кого-то частная передержка, вот у девочек, куда у Тима Капилья, она тоже. Здесь девочки с Сухуми бьются. У нас очень сплоченная, единая команда со всех городов. Мы всегда друг друга поддерживаем, друг друга понимаем. Если я не могу, допустим, сегодня из Гагры кого-то повезти, я звоню, они забирают. Они не могут кого-то с Сухума. Вот сейчас у нас 29-го очень большая отправка как раз в Питера, в Москву вот этих вот собак. И еще, по словам Саида Утурба, зоозащитникам помог бы закон о защите животных, который уже несколько лет лежит в парламенте. Возможно, штрафы, предусмотренные в нем, повлияют на хозяев, которые отпускают собак на самовыгул. Чтобы были какие-то налагались штрафы. В советское время они были. Может быть, сейчас это смешно. Но смотрите, какая ситуация. У тебя породистая собака. Она ходит по улице. Ты не разводишь эту породу. Ты не ходишь с ней на выставки. А твоя собака ходит по улицам и размножается, оставляя за собой потомство. Это потомство ты же домой не забираешь, ты оставляешь на улицах, они пополняют ряды бездомных. Поэтому мы вот все зоозащитники собрались, мы написали то, что нам немножечко нужно хотя бы. Первое, это вот, чтобы была льготная стерилизация. Второе, чтобы хозяйские собаки не находились на самовыгуле. В итоге стало понятно, что защита животных – дело рук самих зоозащитников. Пока в Абхазии помогать им никто не намерен. Чаще всего собак привозят из деревень в город, где они благополучно размножаются. А хозяева даже породистых собак зачастую обращаются к зоозащитникам с просьбой избавить их от животного. Закона, обязывающего их самих нести ответственность за тех, кого приручили, в стране нет. Примерно так сегодня выглядит ситуация с бездомными животными в Абхазии. Марианна Котова, Сосрыквагу. Хава Абазатова. Сухум и Гагра вошли в десятку городов, где российские туристы бронируют жилье на лето 2021-го в рейтинге, составленном сервисом бронирования жилья для отдыха twill.ru. Летний отпуск большинства туристов планируют провести
большинство туристов планируют провести в Ялте. На втором месте по популярности оказался Сочи. Петербургу туристы отдали бронзу. Далее идут Сухум, Таганрог, Серпухов, Артыбаш, Сегежа, Гагра и Симферополь. При бронировании жилья россиян чаще всего беспокоит наличие в апартаментах холодильника, кондиционера и Wi-Fi. Каждый десятый турист отмечает, что ему необходим набор посуды и стиральная машина. Также россияне заявляют, что хотят жить в апартаментах с балконом, телевизором и микроволновкой, сообщает topspb.tv. Печальная весть. Коллектив телекомпании «Абаза ТВ» приносит глубокие соболезнования своему коллеге, заместителю генерального директора канала Юрию Кутарба, по случаю смерти родной сестры Аллы Николаевны Кутарба. Похороны состоятся 29 апреля в городе Москва. Продолжаем выпуск о спорте. Команда Абхазского государственного университета примет участие во всероссийских соревнованиях среди студентов по футболу. Национальная студенческая лига, которые проходят в городе Евпатория, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Седьмой сезон Национальной студенческой футбольной лиги стартовал 8 апреля. В этом году соревнования проходят по системе весна-осень в апреле, мае, июне, сентябре, октябре и ноябре 2021 на базе спортивного комплекса «Арена Крым». В соревнованиях принимают участие 39 команд из 27 городов России и команда из Абхазии. 28 апреля в Сухуми прошел традиционный открытый республиканский турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера СССР Акопа Кирсиляна, заслуженных тренеров Абхазии Бориса Киут и Олега Барганчия. В нем приняли участие более 100 спортсменов из городов и районов республики, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Соревнования проходили среди спортсменов двух возрастных категорий 2005 года рождения и старше, 2006-2007 годов рождения и моложе. Программа соревнований включала забеги на 100, 400, 1500 и 3000 метров, а также прыжки в длину и в высоту. Абхазские спортсмены стали призерами традиционного 30-го международного турнира по самбо среди юношей и девушек памяти ветерана камчатского спорта Утенышева. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из Российской Федерации, Южной Кореи, Германии и традиционно команда Абхазии, которую представляли спортсмены Федерации самбо республики. Одержав 3 победы в весовой категории до 88 килограммов, первое место занял сухумчанин Андроник Ялонузян. Другой наш спортсмен Ачамчири Леон Квициния, выступая в весовой категории до 58 килограммов, одержав 2 победы в упорной схватке за выход в финал, уступил спортсмену из Симферополя. Неудача постигла его и в схватке за бронзу. Тем не менее, он был награжден специальным призом за волю к победе. Готовил команду Абхазии к турниру мастер спорта СССР Роберт Наваян. Сейчас о погоде. В четверг, 29 апреля, в Абхазии переменная облачность. Ночью и днем без осадков. К вечеру местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 13, днем до 23 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире.